Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. «Особое мнение» на 101 FM. Добрый день, в эфире «Особое мнение». Меня зовут Владимир Светанин. Свое особое мнение по самым актуальным проблемам городской жизни сегодня выскажет Денис Ерохин, депутат Кировской гордумы, председатель постоянной комиссии гордумы по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии и безопасности жизнедеятельности. Добрый день, Денис. Добрый день. Наши слушатели тоже могут задавать вам вопросы посредством специальной формы на сайте kirova.ru. Она сейчас передо мной открыта, слежу. Пожалуйста, пишите, если вопросы у вас будут. Вот сегодня в дневном развороте мы в том числе обсудили тему перевода до стрелок часов на час вперед, да, вы знаете, читали, да, что накануне ваши коллеги из областного заксобрания поддержали тот законопроект, который подготовлен в Госдуме. Ну, обосновывают ее тем, что, собственно, жить мы будем по светлу на час попозже, да, днем, а утром, соответственно, будет на час попозже светать. То есть не будет, например, там так светло в 3 часа ночи. Вот аграрии, в частности, якобы поддерживают этот законопроект, хотя аграрий у нас был из Котельнического района. Валерий Савков, он сказал, да какая разница, мы уже привыкли работать в том времени, в котором мы живем, и давайте уже оставим все эти попытки перевести стрелки часов то туда, то сюда, хватит. Давайте все вот остановимся. Какой позиции вы придерживаетесь по поводу стрелок часов? Я думаю, что действительно нужно это оставить, потому что у нас уже было, что время отличалось на час. От московского. Я думаю, что это не очень удобно, особенно тем, кто вот ездит. Сейчас вся страна якобы должна перейти на час вперед. То есть жить мы будем по Москве, но ближе будем к астрономическому времени. Вот о чем идет речь. Ну, вы знаете, я думаю, что это вот просто когда у нас на самом деле куча проблем и в стране, и в области, и в городе. И заниматься этим, поэтому я полностью поддерживаю Савкова, что давайте все оставим так, как есть. Но депутаты, видимо, Госдумы серьезно намереваются решить этот вопрос. Если у нас других проблем нет, то давайте, конечно, займемся этим. Ну, так или иначе, да, вот мы все понимаем прекрасно, что это далеко не первоочередная проблема, но в дискуссию обычно включаемся, высказываем свое мнение. Надо, не надо. Да, пожалуй, соглашусь, что есть дело намного поважнее. Накануне собирались на пленарные заседания не только депутаты областного парламента, но и городская дума. Да? Да. Тоже было пленарное заседание. Давайте подведем самые важные итоги вчерашнего дня. Ну, правильно я назову основной темой, это все-таки изменения в структуре администрации городской. Можно назвать это основной темой вчерашнего заседания? Я думаю, что это одна из основных тем. Ну, мы пройдемся, да, давайте с нее начнем. То есть, я думаю, что изменения в структуре администрации, они уже дозрели, потому что та структура, она, на мой взгляд, и, видимо, до взгляд администрации, если они ее поменяли, она устарела. И меня лично, что, так скажем, обрадовало в данной структуре, и что внушает оптимизм, что у нас наконец-то глава администрации ввел ставку зам главы администрации по инвестициям. Угу. То есть, по привлечению денег, по да? привлечению денег, в по город. Участию в программах, по работе с бизнесом, то есть по привлечению бизнеса в жизнь города, чтобы было какое-то участие в каких-то проектах. То есть до этого такого человека не было, и, по-моему, он даже и не обсуждался. То есть этих полномочий вообще никто, никому они не были. Я думаю, что, может, косвенно кто-то занимался, но мы же прекрасно видим, что за последние годы у нас каких-то глобальных инвестиций у нас не было. Да, у нас были какие-то самые разовые федеральные стройки, либо там от «Газпрома», либо еще какие-то самообъекты, но они зачастую были областные. А вот заход сетевиков, продуктовых магазинов, я имею в виду, больших гипермаркетов, это сами, тоже ведь инвестиции? Ну, они же сами, то есть, как бы, бизнес, он сам зачастую
пробивать себе дорогу. То есть я хочу к вам зайти, вот, пожалуйста, принимайте меня. Я думаю, что тут говорить, что это заслуга там бывшей городской администрации, ну, мне кажется, это неправильно и не так. Поэтому я думаю, что мы видим, в каком состоянии у нас город на сегодняшний день. Видим там озеленение города, видим, значит, старые снесенные дома, которые, кстати, тоже мы обсуждали вот на комиссии, которые до сих пор сносятся из бюджета. А должны, на ваш взгляд? Дом расселяется на федеральные деньги, допустим, по программе, ну, федеральные, муниципальные, областные, то есть по программе переселения из ветхого аварийного жилья. И в дальнейшем этот дом сносится за счет бюджета. Ну, на мой взгляд, и практика в других городах, ну, я не знаю, то есть это минимум неразумно, наверное, потому что я считаю, что те участки, на которых стоят старые эти дома, то есть можно привлечь, опять же, какой-то бизнес, и не обязательно то, что там бизнес будет строить какие-то, как вот, например, Воровского, Володарского на 15 сотках 22 этажа, мы же не про это говорим, мы говорим о том, что кому-то на одноэтажную пекарню сделать, кому-то, допустим, магазинчик, кому-то еще что-то. Чтобы место не пустовало и было востребовано, чтобы оно было согласовано с архитектурой, чтобы оно вписывало как бы в архитектуру. Это даст и развитие бизнеса, и облик города, и экономия бюджетных средств. И вот то, что появилась такая должность замглавы администрации по инвестициям, я думаю, что он всем этим будет заниматься, во все эти процессы вникать. И это показывает, что вот новый команде у главы администрации не все равно на город, и они видят действительное развитие города. Денис, а откуда у вас такая, простите, уверенность по поводу этого человека? А вдруг он сядет в свое кресло и будет ждать, когда ему поступится предложение? Нет, во-первых, пока физически этого человека нет, он еще когда будет подбирается. Ну, я думаю, что активность, которая сейчас происходит по, значит, по перетряхиванию, так вот выражусь, по перетряхиванию МУПов, значит, по то, что происходит смена структуры, то есть состоится вопрос о ликвидации каких-то непонятных МУПов, которые, ну, непонятно, что, чем занимаются, и какую муниципальную приносит. Функцию они выполняют, и доход действительно не приносит. То есть вот, вот эта активность мне втушает доверие и, так скажем, такой оптимизм, что вот будет подобран действительно человек, который будет думать именно оставить след, может быть, после себя, сделать для города вот так, чтобы мы как бы все это ощутили, увидели, и действительно, чтобы и бизнес здесь оставался, чтобы молодежь стремилась здесь оставаться и что-то создавать. Поэтому до сегодняшний день мы же видим отток населения из города, он до сих пор есть, и в первую очередь это уезжают активные молодые люди. Молодые, это действительно люди, которые способны что-то создать, сделать. Вот их надо сделать все, чтобы они остались. Надо, ну, в том числе, я думаю, что как-то втягивать их в какие-то бизнес-процессы, как-то им делать какие-то площадки, чтобы был какой-то доступ к этой, вот, к, так скажем, к возможности, что ли, вот, доступ к возможности что-то сделать. Потому что на сегодняшний день, ну, допустим, если, там, скажем, какой-то молодой предприниматель хочет что-то организовать, что-то сделать, я думаю, что, ну, это на самом деле очень сложно в плане, даже если у него есть на это какие-то первоначальные деньги, в плане вот это бюрократических таких
препонов, особенно до этого было. То есть мы же все видели, какая-то у нас была борьба постоянно. А в чем вам видится вот конкретный функционал этого замглавы администрации по инвестициям? Чем он конкретно должен заниматься? Как должен его, не знаю, график построен? Где он должен бывать? С кем общаться? Он должен, во-первых, участвовать то есть во всех федеральных программах. Следить за этим всем, да? Следить за этим, участвовать, чтобы вовремя подготавливалась документация, чтобы он был доступен для бизнеса, чтобы он... Для бизнеса всех уровней. Абсолютно. Начиная от самого мелкого, какого-нибудь цветочного магазина, заканчивая там крупным заводом. Конечно, абсолютно для всех, чтобы это было... Чтобы люди знали, особенно предприниматели, в частности, вот о том, что мы сейчас говорим по инвестициям, чтобы они понимали, что вот они могут обратиться, что как-то это, ну, действительно, это кому-то будет интересно. Там по процедуре сейчас, как вы, видимо, будет объявлен конкурс, да, на эту должность? Ну, как я обычно думаю, бывает. Что глава администрации будет подбирать. Все-таки? Я думаю, что он подберет, может быть, это будет какой-то, там, не знаю, ну, я очень надеюсь, что это будет. Квалифицированный человек, и действительно. Неважно, местный, не местный, приглашенный, знаете, из другого местный, города. Местный, не местный, у нас страна как бы одна, да, то есть и когда там говорят, что там варяги, местные, не местные, ну, я думаю, что это как бы... Вы, ну, не придаете этого значения? Да? Вообще абсолютно никакому, потому что я думаю, что даже наоборот, человек не из Кирова, у него, может быть, не настолько будет замыленный взгляд на какие-то вот именно вот эти инвестиционные вещи, да, то есть достаточно съездить в другой город, чтобы какой-то, так скажем, подчерпнуть какой-то опыт. Поэтому здесь, я думаю, что это, возможно, даже будет каким-то плюсом, если он будет... Как думаете, насколько велик шанс того, что Илья Вячеславович Шульгин, глава администрации, пригласит на этот пост кого-то из своих там предыдущих, например, коллег, с кем ему будет удобно, с кем он уже знаком? Удобно в хорошем смысле этого слова. Я имею в виду взаимопонимание. Я думаю, что это он сам определится, и я думаю, что он как бы разберется. Потому что на сегодняшний день мы видим, что у нас в администрации еще осталось очень много из старых... Старожилов, да, действительно, вот хорошее слово, старожилов, которые сидят там годами. Именно там, ну, на мой взгляд, там эффективность там от них, от большинства, там, не знаю, мне кажется, даже не измерить. Поэтому я думаю, что он как бы очень тщательно подходит к подбору кадров, и поэтому я думаю, что он торопиться тут не будет, и обязательно мы увидим кого-то человека. Небольшая пауза у нас сейчас будет. Это особое мнение Дениса Ерохина, депутата Кировской городской думы. Напомню, что вчера состоялось очередное заседание нашего городского парламента, где, в частности, была утверждена, да? Или рассмотрена пока лишь только? Нет, была утверждена структура администрации, то есть новая структура. Новая структура, утверждена, да, уже все. Утверждена. Сейчас ее нужно, собственно, формировать. Да, формировать. Да, спасибо. Пояснили. Небольшая пауза. Особое мнение на 101 FM. Продолжаем наш разговор. Еще пару слов хочу задать Денису Ерохину. Вы будете следить, депутаты будут следить за тем, чтобы численность городской администрации не расширялась, о чем говорил Шульгин ранее, что вот в процессе этой модернизации новых ставок не будет введено. Администрация не будет увеличиваться. Не будет. Вчера там на городской зарплатный думе... фонд не будет тоже увеличиваться. Нет, вчера на городской думе Шульгин об этом сказал, что введен мораторий на увеличение каких-либо должностей. То есть никакого увеличения штатного не будет. А вот этот зам по инвестициям? То есть общее количество замов будет сохранено? Нет, это не будет, неким образом. Да, неким образом. Неким образом увеличения не будет. Ну, в целом, там, насколько я понимаю, чисто технические вопросы, да, вот по модернизации, там что-то объединяют, что-то разъединяют, что-то переводят немножко. Там отдел сельского хозяйства объединили с отделом предпринимательства, например. Я считаю, что это тоже правильно, потому что смысл в отделе сельского хозяйства в городе Кирове, наверное, большого. Поближе, пожалуйста, микрофон к себе. Да. Поэтому я думаю, что это тоже правильно, и это такие технические вещи. Так, давайте немножко еще о других итогах вчерашнего заседания городовым поговорим. Там было принято решение, я знаю, объединение Кировсвета и
Горэлектросети. Горэлектросети, как на ваш взгляд, такой шаг? Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что когда... Это два муниципальных предприятия. Два муниципальных предприятия, одно акционерное общество, другое МУП. Я считаю, что это абсолютно правильно. Почему? Потому что, ну, вот горэлектросети и, допустим, там, столбы принадлежат тому, как и МУП «Кировсвет», а провода на этих столбах, там, горэлектросеть. Зачем это? Две разных организации. Две разных организации, которые, допустим, ну, там, самообслуживают горэлектросеть свои столбы. Ну, также, там, не знаю, проще заменить какую-то, там, не знаю, лампочку, светильник или еще что-то. То есть это должна быть такой... как бы единый комплекс, чтобы не плодить вот эти мупы, не плодить управленческий персонал в этих мупах. Ну, вот в том числе там, ну, убрать там этого же бухгалтера, директора, то есть это будет один, то есть в горэлектросетях. Поэтому я поддерживаю такое слияние, я считаю, что это абсолютно правильно. И еще было принято решение вчера вами и коллегами, депутатами о безвозмездной передаче помещение на Подгорной, 18, да, под велошколу. Мы активно, то есть наша радиостанция тоже в этом процессе участвует, велосипедизация, и, ну, наверное, можно поздравить. Хотя, с другой стороны, конечно, там завидовать-то особо и нечему. Я имею в виду руководителю Федерации областной велосипедного спорта Григорию Долгих. Он долго, конечно, время потратил, много времени потратил на то, чтобы добиться этого вопроса, но, конечно, там работы очень будет много, но вы приняли это решение. Да, было принято такое решение. Я считаю, что таких людей абсолютно во всем надо поддерживать. И то, что это помещение не было выставлено на продажу, и то есть именно отдано на такое благое дело, где будут заниматься в том числе дети. Я считаю, что там очень удачное место для занятия вот велоспортом. То, что вчера, о чем он нам сам на Думе сам рассказывал. Поэтому я считаю, что это очень правильно. Помещение ему передано на 10 лет. Поэтому... Но там, там серьезных вложений, конечно, сейчас требует весь этот объект. Серьезных вложений. До этого времени там действительно он в таком подзапущенном состоянии, но я считаю, там справится, привлечет спонсоров. Еще что-то. Я знаю, читал, что там требования эти выставлены, да? Безвозмездно-то передали на 10 лет, но определенные сроки поставлены, когда четкий план должен быть предоставлен, да, развитие и так далее. Чтобы это помещение не было такого, что помещение отдали, и там ничего не происходит. Поэтому вчера было тесено коллегами, что, значит, сделать бизнес-план в течение какого-то времени, в течение какого-то времени начать ремонт. Ну, я читал, что там к 1 июля, по-моему, уже просили, но в итоге Илья Шульгин до 1 апреля 2019 года отсрочил. До 1 апреля, то есть это как раз год у человека есть, чтобы вот, так скажем, сделать и что-то оживить. Ну, учитывая энергию организатора, я думаю, что должно получиться. Я тоже уверен, что у него все получится, и это действительно будет востребовано и кировчанами, и детьми, подростками. Денис Ерохин, депутат Кировской гордумы, председатель постоянной комиссии городского парламента по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии и безопасности жизнедеятельности. Давайте о транспорте немножко поговорим, вернее, о том коллапсе, который у нас сложился вот в субботу, воскресенье, понедельник, вторник. Чиновники назвали подрядчиков безответственными. Те сказали, что мы сделали все, что смогли, вывели всю имеющуюся технику, при всем при том, что мы уже успели перейти на летний режим работы. То есть работали, 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 но мы все видели. Мыли улицы шампунем, да? Карла Маркса. Да, и на 19 число еще запланирован ремонт дорог был начало. Да, и вдруг пошел снег. Вот как такое возможно? Я считаю... Почему мы на одни и те же грабли? Ну, не мы, а... Ну, это же у нас происходит каждый год. Происходит каждый год. Я считаю, в первую очередь, безответственным предыдущую власть городскую, которая у нас была на протяжении, 10 лет. Почему? Потому что у нас был САХ, у нас было муниципальное предприятие, которое находилось, на мой взгляд, в таком уникальном географическом месте города Кирова, где... ну, выезжают, и там буквально там за один круг все основные улицы, ну, могли бы быть прочищены, да. То есть на сегодняшний день там строится торговый центр. Данный земельный участок продан.
предприятие продано. Все это самоликвидировано. Мы ввиду перекресток Московской и Солнечной. Да, да, то есть именно там находилось муниципальное предприятие. И поэтому безответственны-то они, когда они продавали данное предприятие. А сейчас подрядчики, ну да, что-то они не успели, что-то там не сделали. Но это их сейчас единственное, что может сделать администрация, применить какие-то, может быть, штрафные санкции, еще что-то. Ну, тем более того, это частное... Но об этом сейчас руководство говорит, что так мы проведем ревизию подрядчиков. Да. И мы с надеждой будем ждать самоконкурс, который будет проходить в июле. И, ну, вполне возможно, конкурс, что... На... Конкурс на, именно на очистку города, на уборку города. Он будет проходить в июле, новый конкурс, и, возможно, там, ну, будет какой-то другой у нас подрядчик. А да? Как возможно? У нас внутри-то города ничего особо и нету, никакого альтернативы? Нет, почему у нас есть коридор Мострой, которого, как я считаю, и я думаю, что и в администрации дострои именно такие, я считаю, что их просто надо, данное предприятие, оживлять, оздоровлять, покупать туда технику, в том числе и снегоуборочную, чтобы это было действительно мощное одно муниципальное предприятие. Все, что связано с жизнедеятельностью города, должно быть муниципально. Автобусы, свалки, уборка города, ремонт какой-то, ну, там, дорог, например, да, то есть там, ну, там, весь не весь, это уже, как говорится, второй вопрос. Но вот, ну, основные предприятия, они у города должны быть. Поэтому тогда у нас не будет никаких коллапсов, тогда по команде они будут выезжать и все очищать. И не надо будет вот говорить, что вот у нас постоянно одно и то же. Безответственность, когда продавали сах. Вот это была, ну, на мой взгляд, вообще самая большая глупость. Я не знаю, это как надо любить свой город и как вообще просто вот, ну, относиться к жителям этого города, чтобы вот взять и стратегические предприятия продать. Роман Титов, да, вице-спикер УЗС, у нас в эфире в понедельник говорил, что у главы администрации есть некий резервный фонд на случай чрезвычайных ситуаций, да, есть? Я, к сожалению, не знаю. Я, честно говоря, не готов вот, это сказать. Просто Роман Альбертович говорил о том, что нужно все-таки иметь такой фонд. Я думаю, что и да. объявлять... Только в случае объявления чрезвычайной ситуации он может тратиться, и нужно привлекать технику других организаций, у которых она есть. Ну, в частности, вот Шульгин, да, он обратился к ККС, к Горьковской железной дороге, чтобы они помогли, и якобы они вывели свою технику. Не, ну, это... Вот в советское время, конечно, было проще, когда было все государственное, да, тут сказал, все нет, вышли. Нет, ну, это все здорово, да. Когда, допустим, кто-то приехал, помог, но у нас, у города, в первую очередь, должно быть свое мощное предприятие. А вот все эти помощи, это должно быть, ну, помогли хорошо, не помогли, ну, обойдемся без вас. Вот так. А не от того, чтобы мы зависели там от каких-то вот помощи, да, чтобы город зависел от каких-то там помощи там РЖД или там ККС, то есть, ну, чтобы вот не ходить там, грубо говоря, с протянутой рукой, да, там, помогите, у нас тут город засыпало весь. Поэтому надо иметь свое мощное предприятие. Я думаю, что вот у главы администрации именно вот такой дострой, чтобы действительно сделать, ну, вернуть сах? Нет, не вернуть сах. Это сейчас возможно вообще? Ну, я не знаю. Наверное, нет. То есть, ну, или создать вообще какое-то с нуля предприятие. Но... Либо с нуля создать предприятие, либо на базе ГДМС можно сделать предприятие. Они летом занимаются ремонтом дорог, а зимой они будут обслуживать город. Я считаю, что это абсолютно такая история здравая, логичная. И люди будут круглый год при работе, и и городу будет намного легче. И тогда мы такие коллапсы будем, ну, спокойнее переживать. Потому что он из-за чего произошел? Потому что к вечеру только выехала техника. К вечеру воскресенья? К вечеру, да. То есть спустя сутки? Да, то есть поэтому где они были все это время, ну, то есть... Ну, где-то были. Где-то были, на выходном, да. Наверное. Денис Ерохин, это его особое мнение. У нас рекламный блок сейчас. Прервемся на полторы минуты, после чего слушайте продолжение. Особое мнение на 101 FM.
Время бежит, а поинтересоваться еще много чем хочется у Дениса Ерохина, руководителя постоянной комиссии Гордумы по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии и безопасности жизнедеятельности. Хочу тему образования затронуть городскую систему образования. Скандалы тут ее сотрясают в последнее время, но все мы слышали и знаем про обыски, да, которые прошли в департаменте. И вот сейчас неопределенная ситуация с руководителем департамента Петрицкий. Вроде как в отпуске, написали СМИ. Планировалось, что этот пост, одновременно пост замглавы администрации, займет Александр Измайлов, который ранее возглавлял Министерство образования Кировской области. Но сейчас, видимо, там расстроились эти планы. Он продолжит возглавлять колледж технологический. Вот. Не знаю, многие связывают это с тем скандалом. Помните, да, когда вскрылись факты о том, что родительская плата за питание, она была, ну уж очень повышено, да, и продукты закупались чрезмерно высоким ценам. Ну, не знаю, по крайней мере, мне так логичнее связывать рублей. Именно с этим. Правильно я связываю, в том числе с этим, вы по крайней мере? Вы имеете в виду что? Что возбуждение уголовных дел? Да, когда контрольно-счетная палата выступала. Да. Контрольно-счетная палата сейчас в Кире очень эффективна. Да, прям статьи такие выходят Елена потом. Елена Геннадьевна, да? Она так достаточно эффективна. Я так думаю, что это далеко не последний скандал по МУПам, по каким-то выявлениям таких фактов. То, что касается департамента образования, я думаю, что это еще далеко не конец истории. Я думаю, что будут какие-то продолжения, то есть, может быть, какие-то там, ну, допускаю, что там какие-то задержания. То есть правоохранители работают, да, на вашей информации? Я думаю, что да, никто не остановится там в той истории, когда даже на детях умудрялись вот именно из тарелок у детей, ну, можно сказать, воровать, да? То есть покупать продукты апельсины по 400 с чем-то килограммов, что-то там, да? Там картошка по 37 рублей, там, ну, там... Хотя оптом она дешевле свыше, намного должна стоить. Ну, она закупалась осенью, там она больше 10 рублей. Да даже меньше, наверное. Стоит ли она там вообще по осени. Поэтому я думаю, что у всех там есть дети, да? То есть все... Каждый примеряет данную историю на себе, когда ты доложили в тарелку там его ребенку, то есть когда там чем-то докормили, вот сейчас какой-то докормили какими-то некачественными продуктами его ребенка. Поэтому я думаю, что история далеко и сама рано ставит точку, поэтому я думаю, что по департаменту образования, наверное, какие-то продолжения мы еще услышим и увидим от наших тема, конечно, многогранная. Это, ну, я знаю, что вы высказывались и в адрес института, как он, переподготовки педагогов городского. Да, есть институт. Какие претензии к нему у вас? Переподготовки. Я на комиссии, на социальной, куда я тоже как депутат вхожу в данную комиссию, я предложил данный институт просто ликвидировать за ненадобностью. Потому что у нас есть областной институт. Пока он находится на Воровского 74. Да, на Воровского 74. Переезд 24 планируется. Да, переезд 24, ну, даже если не 24, там, может, 51. Там, ну, в любом случае, там будет школа. И, на мой взгляд, это абсолютно правильно, логично, потому что это целое здание, которое занимает, ну, непонятное учреждение, с непонятными функциями. Конечно, лучше отдать детям, неважно, там, 24-й школе, 51-й школе, и там дети, и там все это необходимо. Необходимо, что 51-й школе, она достаточно перегружена, что 24-й школе, здание, которое еще, ну, там, будет строиться, да. Поэтому, конечно, вот такие здания, их надо освобождать от непонятных организаций и отдавать именно на вот такие хорошие, благие дела для детей. Какие-то конкретные сведения, данные, цифры есть? Ну, на данный институт я могу сказать, что... О ненадлежащей работе института или... Они были на социальной комиссии. На данный институт тратится из муниципального бюджета 23 миллиона рублей в год. Значит, объем образовательных услуг у них 4,78% от объема. Ну, исходя из этого, 5% от 100% меньше 5% у них объем образовательных услуг. Хотя, судя по названию, вот именно он должен заниматься переподготовкой. У нас есть такой же институт, только областной, который находится на улице Романа Ердюкова.
И он вполне, я думаю, что способен справиться с переподготовкой, в том числе учителей города Кирова. Тем более все переподготовки учителей, они идут за счет субвенций, которые идут за учителем. То есть город, в принципе, ничего не будет тратить на на образование, на переподготовку вот этих учителей. И вот эти 23 миллиона, надо просто вдуматься, 23 миллиона за 5 лет — это новый детский садик. Вот мы отдаем за 5 лет новый детский садик. То есть примерно 150-160 миллионов рублей. Созданием, где могут там, так скажем, ходить дети, да, вот его нет. Это типовой просто, детский садик. Да, мы просто отдали какому-то учреждению, и когда мы их допытывали, можно сказать, что еще они выполняют, какие функции. Они нам объяснили, что у них есть две штатных должности, которые занимаются самообучением пожарной безопасности. Самообучение пожарной безопасности? Обучение школ пожарной безопасности. То есть вот институт, вот это заведение, даже не институт, да, они пытаются подменять, не знаю, функции МЧС, наверное. То есть я думаю, что если глава администрации обратится с просьбой к МЧС провести, скажем, какие-то инструктажи, то я думаю, что МЧС с радостью на это откликнется, потому что это их прямая обязанность. И, то есть это в первую очередь... Они за это отвечают. Поэтому для чего данное расходование средств, на мой взгляд, непонятно, и все такие вещи просто надо ликвидировать. Ну, если следовать вашей линии, то я бы, в принципе, мог эти 23 миллиона предложить потратить на приведение в пожарную безопасность школ, потому что не так давно было заявлено о том, что на приведение в надлежащее состояние нужно 300 миллионов рублей на все городские школы. Там далеко не все в порядке. Как раз вот в том числе мы на данной комиссии обсуждали, что у нас и требуются деньги на приведение, как вы сказали, по пожарным нормам, чтобы все школы. Ну и вот я еще поднимал вопрос, что охрана школ. То есть охрана школ, это, на сегодняшний день школы там охраняют бабушки в чоповской форме, да. То есть, потому что так нужно. Мы так утрируем, конечно, но люди имеют в виду зачастую находящиеся на пенсии. То есть это угроза, как они говорят, что это необходимо, чтобы предотвратить антитеррористическую угрозу. У меня, например, большой вопрос, могут ли бабушки в чоповской форме предотвратить антитеррористическую угрозу. Да, у них есть, наверное, какая-то тревожная кнопка там и прочее. Ну, я считаю, что, может быть, сюда какую-то часть денег направить, чтобы это действительно была безопасность людей. Потому что мы сейчас постоянно говорим о зимней вишне, так там в том числе трагедия произошла из-за низкоквалифицированных охранников, которые отключили пожарную сигнализацию, когда она там... Так может быть, мы на это обратим внимание, а не на поддержание каких-то непонятных заведений, на мой взгляд. Две минуты у нас, Денис, остается, и мы вот так плавно перешли, да, уже к теме пожарной безопасности. На этой неделе прокуратура Кировской области озвучила список ТЦ, он еще не полный, там прокуроры предложили все-таки дождаться конкретных решений судов. Вот они озвучили те универмаги, большие магазины, которые должны закрыться и уже закрылись вплоть до устранения всех нарушений. Вот скажите, пожалуйста, как человек, имеющий отношение к бизнесу, 100%, конечно, невыгодно быть закрытым, работать. Конечно. Да. Но и что дальше-то делать? Устранять нарушения? Смотря какие нарушения. То есть если это покупка огнетушителей и перекрашивание стен, то есть не такие большие затраты, да? То это, конечно, я думаю, что это не очень сложно. А если установка пожарной сигнализации? Пожарной сигнализации тоже, я думаю, что это действительно необходимо. Но нам вчера на Думе прокурор зачитал вот этот список закрытых. У меня вопрос. Вот эти учреждения, особенно там новые учреждения, там Мегаспорт, Зенит, такие, да и вот эти переделанные какие-то учреждения. Они же получали разрешение на ввод в эксплуатацию. Они получали
получали разрешение на строительство. То есть каким образом им выдавались данные разрешения, если сейчас выяснилось. То есть я так понимаю, что если бы у нас не было трагедии в Кемерово, то есть эти бы торговые центры, наверное, продолжали бы дальше то работать. Ценой жизни 41 ребенка в том числе. Да. То есть и у нас постоянно крайности. То есть это надо было все делать в текущем порядке. То есть это проверять и так далее. Сейчас можно говорить, что там бизнес неответственный и прочее. В первую очередь... Нет, там говорилось о том, что это малый бизнес. Он три года у него. Каникулы у него. Все, что касается пожарной охраны, это в первую очередь ответственность как бы людей. Ну, то бизнес можно свалить все. В первую очередь были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию. Их кто-то подписал в администрации. Вот на сегодняшний день в Кемерово арестовывают там тех людей, которые в том числе и выдавали и разрешения, которые уже даже забыли не то, что они подписывали, а забыли, где они работали в то время. Так вот, я считаю, что надо поднять вот эти все разрешения на ввод в эксплуатацию и просто обратиться в правоохранительные органы, чтобы данных чиновников привлекали, потому что такая же трагедия могла произойти у нас. Да угодно где, конечно. Денис Ерохин, депутат Кировской гордумы. На этом завершается наша программа. Всего доброго. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101 FM.